Вот и кино идет. Да? Ну, давайте. Давайте же, мама. Давайте, мамулька. Счастья, здоровья. Спасибо. На. Я взял уже. Тебе нас немного? О! На. А ломай там потом. Осьминожка. А как это надо есть? И вот, целиком, наверное, просто. Целиком, вроде запихиваешь, он же маринованный. Желаем, чтобы в 2021 году... Было много лучше, чем в этом году. Да, чтобы не было никаких болячек, не было никаких запретов, чтобы у нас все сбылось. И у всех. Чтобы у всех сбылись желания, и все были здоровы и счастливы, и просто наслаждались жизнью. С праздником, дорогие друзья! Давайте, пожалуйста. Ну что ж, друзья, вот у нас уже и предновогодний вечер. Практически наступил Новый год. Время у нас уже... Давайте поглядим. Время у нас... 9 часов 17 минут. Неизменно идет ирония судьбы. Специально включили, да, традиция у всех россиян. Ребята маленечко приоделись, да? Наське, кстати, у Наськи вот сделали мы, волосы-то покрасили у нее. Смотрите, у нее как. О! Да. Такая у нее видно, красивая. видно стало, видно. Ну-ка, Димка. Маленечко ей такие кудряшки сделали. Вот такая у нас принцесска. О, Димка уже танцует. Да? Димка, ты бы танцевал бы, знаешь где? Вот надо стол освобождать. Смотри, у тебя тут сколько лего. На столе давай положи. Это все вот это вот новогодние подарки. Один собрали, один не собрали еще пока что. Диван решили складывать не будем. А стол поставим отдельно вот здесь. Телевизор сейчас включим. Будем сидеть, да, все, Настя, давай сделаем пульт. Сейчас включим телевизор. У нас здесь антенны нету, поэтому мы... Чуть тебе не стукнул. Мы кабелем, вот у нас кабель идет по полу, мы сюда переносим изображение. Сейчас мы стол тот разгребем, и все лего, все, что на том столе, поставим вот на этот стол, и уже будем закрывать. Все, навели у Димки порядок. Переставили пока на этот стол все. Маску одел. Ага. Красоты. Так, и сейчас вот этот стол будем брать и переставлять сюда, в центр комнаты, скажем. Вот это сюда, да? Да, держи, Димка. Хотели сперва на диване складывать, сейчас передумали, сюда будем отдельно ставить. Вот в этом кресле буду я сидеть, еще стулья. Вот эти у нас... Раз, два, мы с Аллой и дедушка, да, пятером. Пять стульев. Так. Йо, что это там хрустит? Автомат. А... Твой автомат упал. А, блин, точняк, он ведь у меня там. Да. Да, дяденька. Подойдет. Вот так вот. Мы уже, в принципе, приготовили и салаты, и нарезки. Все у нас там все уже закрыто, только остается носить. Маленько пораньше начинаем, потому что у мамы день рождения, мы всегда садимся пораньше. Вот, чтобы мама день рождения, так сказать, маленько справить за маму. А потом уже Новый год. Там уже Новый год. Два братика в один день. Уже за балконом стреляют салюты, уже пару раз посмотрел. Ну, потом вместе выйдем, посмотрим, когда будет 12 часов. Там начнется. Да? В городе, наверное, салюта не будет. Раз тут эпидемия, там туда-сюда. Хотя, может, будет, но в Перми вроде нету. Так что я думаю, что и у нас, я думаю, что нету. Так, ну все, сейчас, друзья, пару стульев ставлю еще. И накрываем... поляну новогоднюю. Сегодня решили, в этом году решили
больше такой, скажем, по морепродуктам. Видите, тут мидии. Да, и вот такие осьминожки. Видите, осьминоги целые. О. Так, сейчас потихоньку накрываем. Сделали бутербродики с маслечком, с икрой. Это нарезка. Тут сырокопченая. А в основном сырокопченая. И ветчина, это... Балык, 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 сырокопченая и балык. О, Димка помощник. Это мяско. Я точно не знаю, как мяско-то? Солененькое, да, такое? Типа сало. Типа сало, но много, видите, как его? Как бы. Это не сало, не белое. Вот, пап, вот. Красная рыба. Рыба красная. Няма-няма. Наш любимый зеленый. Давайте его сюда поставим. Да, салат. Вот, наверное, салат надо в середину. Я не знаю, что... Маленько подвинем, наверное, вот так вот, да? Во. Все, вот так. Большие блюда. Вот так вот. Это мы любим, то это спаржа. Она класс, спаржа. Тоже любим ее. Это самое главное. О, и креветосы. Креветки. Это все? Да. 2 килограмма тут. 2 килограмма креветок, ну я думаю, в принципе... Нам хватит, да? Так, даже не знаю, такие блюда вот эти большие. Их, наверное, надо как-то в середину, а по бокам поджать вот этими маленькими. Сейчас мы сделаем. Да, салат в серединку. Салат в серединку поставим. Мясные блюда по бокам. Эти можно сюда. Это у нас грибы, шампиньоны. Обжаренные в соевом соусе. Вот так вот. Постоянно грибочки. Просто на сковороде заливаем соевым соусом и обжариваем. Это ассорти морепродукты. Здесь тоже и креветки, и мидии. Что там? И кальмар порезанный. В общем, ассорти. Тоже пожаренное в соевом соусе. Так, как-то надо это все поместить. Много еды и много проблем. Много? Да, не. Так, ну будем передавать. У нас тут стол не такой большой. Это ребятишки у них тут. Ихние чипсы. Кока-кола. Так-то мы ее как бы не пьем, да, но на праздник. На праздник. На праздник маленько можно. Черемша. Стрелки чеснока. Мамулька у нас любит. Так, это у нас... А, вот еще. Это древесный гриб. Древесный гриб. Древесный? Черный древесный гриб и белый древесный гриб. Тоже классно любим. Такие вот закусочки. И детская. Шампанское. Шампанское? Шампанское в 12 вина. Так, ну все, да? Давайте сейчас тарелочки поставим. И начинаем потихонечку садиться за стол. До Нового года еще у нас 2,5 часа. Отмечаем мамулькин день рождения. Много не надо тоже. Ну, вино, это вино. Мама, я не могу. Смотри, как это. Так это просто же крышка у бутылки. Так я вот не могу найти. Зацепить же надо пленку-то снять. Давай я попробую. Попробую. Так она не делается, да? Вилкой. У тебя хорошенькие корочки захотел. Все, кушай, мальчик, кушай. Вкусненько? Ага. Солененькая. Ну, так икра. Икра соленая такая. В чистах? Да. Вкусненько? Димка, бутербродики. Не вкатила икорка, ну. Хорошо. А бутербродики? О. Тут морской коктейльчик. Газировочка. Настюха, смотри. Ой, все. Да? Нормально? Полетело. Сейчас добавлю, видишь, как вспенилось. Кока-кола тоже такое бывает. Держи. Попробуем. Вкусно пахнет, вкусно.
Я даже отсюда чувствую. Такая вишневая. Кузенька. Шампанское иди. На, убрать это, пока стол небольшой, мешает. Ну ладно, так на пол поставь. Ой. Так, держи. Куда он, дедушка? Черешу. Мясо, колбаски. Лапши. Кушай, кушай. Проголодались, долго ждали. Ну, мамулька. С днем рождения. С днем рождения. Сперва за тебя. Новый год. Давай. Новый год маленько тебя подождет. Конечно, у меня уже сколько лет ждет. Сперва за тебя, обязательно. За тебя, да. Вот так кино идет. Да? Ну, давайте. Давайте, за маму. Давайте, мамулька. Счастья, здоровья. Спасибо. Твой Дима. На. Я взял уже. Тебе нас немного? О! На. А ломай там потом. Ха. Осьминожка. А как тут надо есть? Его целиком, наверное, просто. Целиком? Вроде запихиваешь, он же маринованный. Да. А вот все. А там внутри тебя... его мясо? Там, наверное, мясо. Да? Как крылышки. Давай. Страшно просто, да? Ну, как бы, да, не... А может его в соевом соусе им повалять? Куда ты есть? Ты его гулять по мирному. О, маме-то залетела только в путь. Где я нахуй? Ну как креветка. Да? Мариновый. Вкусно. Да, как красиво. Боюсь. Мариновая креветка. Там что-то лопнуло в голове у него. Это значит выиграть. А покажи язык черный. Да ладно, ты думаешь, что там чернила выпустила, что ли? Ну, это же опасно. В смысле опасно, их едят с чернилами. Да? Давай есть, да? Вот это. Вкусненько. Спаржа. Вкусно, реально. Да. Да съел, есть буквально. Смотри, дедушка сейчас хапает. Все. Конечно, конечно. Да, да. Целиком, целиком. Давай. Креветка креветкой. Нормально? Да вкусно, тебе реально говорю. Море продукты ходим, но и все равно рыбы отдают. Ну. Но как? Море продукты точно любые отдают рыбой. Ну как? Ну, а, желейное такое? Бутик. Нашка, дай бутербродик, пожалуйста. Ничего обычного, как креветка. Один. Креветка, да? Ага. Креветка. Thank you very much. Знаете, это легко. Я могу сейчас вторую даже съесть. Креветочку. Кстати, это не такие маленькие, да? Они большие. Можно вот, вот более-менее. Это в Ашане цена хорошая. Мидия. Я хочу попробовать. 390 рублей за креветочки. Пожалуйста, просто вот это все пробуй. Ну, тут что-то ассорти, Димка, тут что-то просто на вилочкой. Ну там если что-то. Это где-то вот он, бля, лишнего. А надо... Кого, миди? Да ешь ее целиком, конечно, там выбирать-то нечего. Вот. Нет, там убирается какая-то штучка. Да нет, там не панцирь, ничего. Это панцирь, все можно есть. Это все можно есть, ничего там нет. В рот, в рот. Салфетки, если что. Это зачищено, видишь, что. Ты что, не ела, что ли? Да. Ни разу не ты не любишь, да, наверное, просто? Нет, я да ты что, это вкусно же. В этом году икру попробую, слышим осьминога. Не разум, а чувства, импульс. Такие, как вы, угрозы для общества. Мама только любит гречку и сыр. А я, ну-ка, Алла, подними, пожалуйста, бокал. Я вот съесть пару ложечек. Черпану. Мама, а ты как надо есть вот это? Нет, вкусно, очень соленое. Ну, икра, она такая. Сейчас все подумают, что у нас никогда икры не было. Разок. Я с мясом не делаю. Во, вот такую возьму. Вась, о! Давай, это, мам, это клопает. Да, все. Мам, говори, какая? Икра.
Ну не хочешь, папе отдай? То ли кальмар, ну, крабовая палочка. Креветка. 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 Мам, сразу в рот? Сразу в рот. Даже спаржа. Это-то вкусно. Спаржа-то вообще. Она клевая. Соленый лаваш. Соленый лаваш, Дима. Ну, соленый лаваш. Спаржа. Я беру со соевого молока. А, точно. Кровавая палочка. Я говорю, не бывает креветка такая яркая. Яркая какая? Видите, какая красная креветка? Я думаю, что она такая яркая? Это же креветка. Это ассорти было. А ее сделали из крабовой палочки. Обманули нас. Да послушайте, я вам все сейчас объясню. Мам, давай вот эту попробую. Это что, интернет что ли? Нет, кабель наш с телевизора идет. Подвигай тарелочку. Здесь у нас в комнате нету этого? Я попрошу от креветок эти. Антенны. А мы провели кабелем. С нашей комнаты. И у нас сейчас ловит все. Семгу, вон рыбку пробуйте еще. Семгу я уже ела. Да, Иван Васильевич, вы знаете про тещу, интересно. Ну, давайте переключим. Ну, есть такое, да? Костей нету хорошо у них. Голову оторвал, панцирь оторвал, опа. Юра, это все на любителя. На любителя, да? Как говорится, на вкус и цвет, да, товарищи, нет? У каждого, каждый свое любит. Хлеб? Хлеб? Ну, вкусный. Свежий-свежий. Наш хлеба? Хлеб хороший, из-за самого. Очень рад вам знакомиться. Грибочки вот эти тоже. Очень приятно. Царь, очень приятно. Классный. Очень приятно. Здравствуйте. Не пробовал вас? Очень приятно. Царь, очень приятно. Я же не люблю грибы. Дима, грибы? Я не люблю грибы. Настя, у нас... Сюда, прошу, пожалуйста. Больше гречку, да? Да. На свадьбу тебе гречки сварим. Чан гречки сварим. Вот это надо. Вот это и вот это. Что, понравились бутерброды? Первая тема для песни. С Новым годом! Наступайте! Через полчаса Новый год! Не отдохну. Пусть меня на танцпол, я вам поднимусь. Иду ночью в поле с конем. Идет бычок, качается. Секс, как это вил. Кто не бросайте только на скатер, то прожгет ничего. Так, могу, вот так могу. Давайте усложним задачу, а поем песни про 2020 год. А что? Еще надо? Ехать! Папки? Эй, ты куда? Куда? Плевать, если я заболею! Сам себе поставили банк. Неприятности от музыки лишили. Больше никогда. Это волшебные искорки. Желаем, чтобы в 2021 году... Да, чтобы не было никаких болячек, не было никаких запретов, чтобы у нас все сбылось. И у всех. Чтобы у всех сбылись желания, и все были здоровы и счастливы, и просто наслаждались жизнью. Вот это есть ничего. Только мы с конем. Опа-па! Быстро, да, сгорают? Мне кажется, долго. Недорогие, быстро сгорают. Не, тоненькие. Так что, Надь, давай помоем. С наступающим Новым годом. Наступающим, как и есть.
Ну все, друзья, наступает у нас Новый год, остается буквально 5 минут, даже меньше. Сейчас принесу бокал. Прошли вместе. Уже выступает у нас Владимир Владимирович. Единому народу, который почитает традиции своих предков. Открываем. Давай свет включу. Это мужество, отзывчивость и милосердие в наших сердцах, в нашем характере. Я выключу. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов. Нет, мне на ленточку надо. Доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг. С благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Еще малыши и уже повзрослевшие. Открывай, открывай. Это наши друзья и коллеги. Не-не, аккуратно там, включай. Общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома. Но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие. Да, год был, да? Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в ред. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. А когда мы чувствуем надежность людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Долго. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. И с праздником! Дорогие друзья. Новый год! Ура! Новый год! Новый год! Все, бум-бум! Ура! Ура! Давайте, давайте, пожалуйста. Не успеешь, давай, хватит. Давай. Он же бумкает. Да все, бумкает, пусть. Он же желание загадать. Да. Конечно, я так какой бы... Загадывайте желание. Давайте загадывайте желание. Давайте. Новый год, всем здоровья, главное здоровье, чтобы никто не болел. Все, давайте. Все будет. Да, всем здоровья, дедушка. Здоровья. Огромного здоровья. Нам всем здоровья, дедушке огромного. Дедушке огромного здоровья, да. Дай бог, чтобы... В наступающем году все было отлично, просто вообще. Ура! С Новым годом! Тяжелый. С Новым годом, Дима! Юрий, с Новым годом! Одна минута! Одна минута! Ура! И еще секунда! Надежда. Всех с Новым годом! Есть надежда на лучшее, да? Да, конечно. Надежда всегда есть. Что все будет в новом году лучше. Все надеемся. Все, 2021 год! Ура! Ура! С Новым годом, друзья! Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в новом году. До новых видео. Всем пока. Пока.